Так, какой там 5.52? Да, 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 да. Я не могу. Сейчас я не могу без одного человека. Не могу. Вот не знаю. Не знаю. Не могу. Вот не могу. Ну и чё? Я позвоню. Я не могу. Да, брат. Слушай, Кирюх, вот честно тебе говорю, блин, я без тебя не могу. Вот честно. Чего такое? Да, ну просто, тебя уважаю, да и все. А я здесь при чем? Где про меня? Нету никаких, знаешь, как его там этих прибамбасов. Вот я видел, ты там делал там. Джесус, ну скинь мне его, блядь, я ему позвоню, пускай он тебе перезвонит. Какого хрена, блядь? Как я попал в нижний интернет? Куда кому позвонит, я не понял. Серега, ты шо, блядь, вообще что ли? Куда ты мне звонить собрался? В Америку, что ли? Денег не хватит, ты шо? Как, да, как ты вообще звонить собрался? Ёб твою мать. Ёб твою мать. Что? Не, я не понял, почему он себя так ведет? Вот... Шо, как я себя веду-то, блядь? На самом деле, я его тоже знаю, блядь, в свое время там тоже там что-то помогал там и все остальное, понимаешь? Так, а что я делаю-то? Че, в Америке я против России? Чего-чего? А, политически я против России, так и... Ладно. Ну, во-первых, я не против России, я против российской власти. Кирюха, не наговаривай. Да, хуйню не неси, поже. А потому что хуйню несешь. Ну ладно, идем дальше. Слушай, ладно, то есть, Серега, ты согласен, да? Что надо быть против. Молодец. Рассказывай, что у тебя какие дела? А, и все, что ли, слился? А? Кто? Спасибо. Спасибо большое, спасибо. А вы куда? Не, я понял. Не, а дальше? Серега, а может у тебя такие КВВ? Курорты, одежда, машины. Спасибо, ребят, спасибо. Спасибо. Да, да, да. Ой, ну ладно, хорошо. Ты на студии, что ли? Нет, я... Ну и все про меня, так больше, думаю, говорить они не будут. Не, ну это, конечно, вообще... А? Вы видели, до кого дошла, блин, информация? Ну, конечно, А США, а США, а США. Тут есть человечина и ЦСШ. А США, а США, а США.